Не только с паспортом, але и в масках и пальчатках так краюсь наведывать пункты регистрации на централизованное тестирование. На Могилевщине таких пунктов 7, и у каждом выполняют санитарные нормы. Могилевчанка Лія Тишкевич використалася махчимостью зареєструватися на ЦТ на сайті Республіканського інституту контроля ведов. Покинула заявку и отримала повідомлення, коли прийти у пункт регистрации, каб забрать пропуск на экзамены. У отзначений час, окрім наведувальника и регистратору, у кабінеті нікого нема. Заявка по интернету отправляла, регистрировалась очень долго, потому что на самом деле тяжело, проще было бы приехать, но в связи с эпидемией регистрировались онлайн. Абітурієнтів шмат, але їх стараються викликати у пункт регістрації по черзі кожні 10 хвилин. Школьники притримуються часу, які позначені у письмі сайту Республіканського інституту контролю ведов. Як виник, ні в аудиторії, ні у коридори нема черги. Если есть 2-3 абитуриента, которые пришли чуть-чуть не в свое время, они, соответственно, сохраняют социальную дистанцию. Даже у нас посадочные места в коридоре указано, что дистанцию нужно соблюдать не менее 1,5 метров. Электронная регистрация – главное новое введение у сёлетней регистрации на ЦТ. Она позволяет заховывать социальную дистанцию помеж абитуриентами. Але это не одиная мера перестяроги. Регистраторы принимают документы у масках и пальчатках, выкористовывают. Их рекомендуют и абитуриентам. Так само у пункте регистрации есть антисептики. Нагадаем, регистрация на централизованное тестирование протягнется до 1 червня. Дарья Семенько, Денис Жавина, Новин региона.